Ой-ой-ой-ой, тихо, ты куда несешься на волке, а? Алло. Не видишь, полиция едет. Полиции нужно уступать место, ребят. Так, давайте ускоримся. Делаем 200 км в час. Оп-о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 п. Смотри, смотри. Вот и первая жертва. Первая жертва прямого столкновения. Есть. Стукнулись. Машинки, о, нифига. Да-дуда-дуда-дуда-дуда-плей. Дуда-плей. Привет, друзья. Вы на канале Дуда-плей. И мы играем в BMG Drive. У нас, опять-таки, машинка Тесла. И сегодня мы будем разгоняться и пробовать столкновение. Столкновение проверять, как машинка выдержит прямое или косвенное столкновение с другими машинками. Так, давайте немножечко разгонимся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Главное никуда не врезаться. Ё-моё. Чё уже у машинки? Нехорошо, да, машинки? Да, ё-моё. Давайте ещё раз проедем. Ещё раз. Теперь будем очень внимательно, аккуратно ехать. Нам нужно разогнаться. Разогнаться и попробовать с ним столкнуться. А во что мы там врезались, ребята? Светофор врезались. Машинку расфигачила. К сожалению. Ладно. Давайте попробуем еще раз. Аккуратно будем ехать. Так, а я не хочу по этой дороге. Давайте повернем. Поедем по другой. Разворачиваемся и едем здесь по Huawei. По Huawei поедем. Это мы на мост выезжаем. Понятно, ладно. На мосту я не думаю, что кто-то будет ездить. Ладно, так аккуратненько. Так, увеличиваем скорость. Так, машинку что-то заносит. Влево. Почему? Что случилось с тобой, машинка? Алло. Тесла. Чего тебя? Так, а ну-ка. О, повезло, повезло, слушай. О, нет, смотри, какая авария, Профигачили куда-то. Волгу нафиг. Волгу, ребят. Да. Я не понял. Так, у нас прямое столкновение. Нет, косвенное столкновение было, ребята. Но машинки, капец. Едет, нет? А, да мы еще едем. Так, колеса все целы? Вроде бы все целы. Ладно, здесь надо делать респаун. Поехали, поехали. Прямо... проседает, да? Ну нафиг, как так? Так, а чё она не едет? Прикинь, машина не едет. Как так вообще? Я не пойму. Я чё-то не понял. Так, это у нас... Это возвращает у нас, да, машина? Ладно. Нет, ты понял, смотри. Она проезжает, немножко начинает тормозить. Сейчас вроде нормально, все хорошо, ладно. Едем, продолжаем ехать. Так, смотрим. Здесь прямо. Опа, 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 тихо, тихо, тихо. Вау! Заденем, нет? Чуть-чуть, чуть-чуть. Да, смотри, капот подняла. Ладненько. Так, что у нас дальше? Все равно едем. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Врезались. Да что ты будешь делать? Нифига, мы протаранили с вами, ребята, столб. Конкретно, а столбу хоть бы хны.
Ему ничего не сделалось столбу. Ладно, делаем по-другому. Ребята, давайте выберем другую машинку. Сейчас мы выберем другую машинку, не Тесла. Давайте возьмем какого-нибудь вот такую вот сейчас машинку я выберу. Так, может быть, полицейскую взять? Слушай, а? Давай возьмем полицейскую. И попробуем на полицейской машинке поехать. Вот такой вот у нас автомобильчик. Так, фары работают. Так, сигнал работает. Все, едем. Так, включаем сирену. Ребята, интересно, вот эти все другие участники движения будут останавливаться. Так, едем, едем, проезжаем. Как так врезались, да ё-моё, наша полицейская машинка. Новенькая, считай. Новенькая полицейская машинка, считай. Всё, у нас приехала. Разрушение капитальное. Давайте еще раз. Еще раз попробуем. Так, включаем сирену. Написано Highway Patrol. На Highway есть наша полицейская. И получается контролируется. Давайте здесь, может быть, немножко сбросим скорость. Потому что что-то здесь место нехорошее. Ой-ой-ой-ой, тихо, ты куда несешься? На Волге, а? Алло. И видишь, полиция едет. Полиции нужно уступать место, ребята. Так, давайте ускоримся. Делаем 200 км в час. Оп-о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 п. Смотри, смотри. Вот и первая жертва. Первая жертва прямого столкновения. Есть. Стукнулись. Вообще нормально. Так, а ну-ка. Дай-ка я сейчас проверю. Проверю, что в этой машинке. В этой машинке, получается, тоже не повезло. Да, полиция столкнулась с ней. Конкретно, причем разорвала бампер, и двигатель там дымится, и здесь дымится двигатель. Но главное, хоть пожара не было. Так, а здесь у нас что? Ребята, здесь у нас заканчивается, кстати, дорога. В этом месте. Давайте, ладно. Вернемся к нашим автомобилям. И, я думаю, поедем... Поедем еще раз съездим. А потом поменяем машинку на другую. Так. Все, сигнальчик у нас работает. Сирена. Едем за преступником, ребята. Едем за преступником. Не дадим преступнику уехать. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Опа, опа, хорошо. Тихо, что-то ведет машину. Ой-ой-ой, выравниваем, выравниваем. Сейчас посмотрим, будет авария или нет. Опа! Куда? Куда она провалилась? Там же столб, ребята, стоял. Нифига, машинка наша с вами провалилась. Ладно, давайте поменяем машинку на другую. Выберем машину. Так, у нас была полицейская. Давайте возьмем какой-нибудь вот такой вот желтенький. Типа Волги, ребята. Типа Волги. Вот такой вот автомобиль. Нифига у него колеса какие. Ух ты! Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Серьезный автомобильчик. О, как двигатель-то ревет. Сейчас кому-то не поздоровится. Сейчас кого-нибудь обрежусь. Какие колеса, да? Так, тихо-тихо-тихо. Стоял тут, смотри. У нас там... Конкретно машинке особо нашей ничего не сделала, смотри. О, главное, что на колеса стало так. Как-нибудь встань на колеса. Нет, смотри, мы зацепили эту машину. Ага. Это в этой машине все, крындец. Смотри, она какая маленькая стала. Мы ее уменьшили, ребята. Ага. А сами что-то не можем даже встать. Давайте еще раз. Еще раз попробуем, только... Ох ты, ё-моё, да она переворачивается, прикинь. Да, слишком у нее высокая подвеска. Давайте, значит. Здесь поедем, здесь тоже дорога есть. Так, тихо, не врежься у нас, ты чё, смотри. Проехала, чуть нас не резалась. Ой, что-то я сам врезался. Так, вот у нас дорога. По ней будем ехать с вами, ребята, сейчас. И аккуратненько попробуем.
ребята, жертву. Опа! Вот это авария. Все, перевернулись от машинки. О, нифига, колеса, смотри, что стало. Колеса разорвало. Все, а, даже, мы даже две машинки сами, смотри. Но мы едем нормально. Только глюк у нас такой. Небольшой баг произошел с колесами. Колымашка. Колесо, видишь, какое разорванное у нас. Ладненько. Давайте еще раз сделаем заезд, ребята, с вами. Пробуем. Еще откроем сталкнуть. Опа, 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 опа. Едет, едет, едет. Смотри. А, тебе. Тебя вот это Волга, да, ребята? Сумасшедшая. Сцепилась нас, смотри, как тараканы. Тараканы летом сцепляются, смотри. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Едем, ребята, на полной скорости. Сейчас я попробую разогнаться на полной скорости. Сейчас. Едем, едем. Вот, вот жертва, 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 ребята. Жертва. А, нет, повезло. Не жертва, нифига не жертва. Ух ты, как я задом еду. Опа! Перевернулись мы, ребята. Наш таракан перевернулся. Сейчас я попробую приехать. Так, все, берегитесь, ребята. Берегитесь на дороге. Сейчас кого-нибудь я либо светофор, либо машина. Офигеть, это анимация. Так, что, врезается, нет? Да, что-то там отлетело. И все. Вы так, вы такое когда-нибудь видели, что так машинку разрывало? Офигеть. Стол. Да, и эти тоже, смотри, ребята, сделали ДТП-шку. ДТП-шечку, ребята. Что здесь? Ладно, я специально врезался. Ну, не специально, конечно. Ну, а вы-то что на крутом месте начали аварии создавать? Ну, как бы так, ребятушки. Если понравился ролик, ставь лайки. Снимем еще раз что-нибудь. Конечно же, подписывайся на канал. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.